все, сейчас будет старт. Так, ребята, на самом деле, лучше разойдитесь немножко. Немножко разойдитесь. Вроде запишется старт. Лосью, не врага, широкие. Плечи не вышли, рога-то, да? В любые 30 секунд будет дан старт. В любой момент из 30 секунд будет дан старт. Я вопросы к Жене. Старт! Уважаемые участники, гонка будет идти оттуда с горки и лететь сюда, поэтому, пожалуйста, на этой тайной вообще не стойте. Идите, смотрите. Ну, это же второй круг лучше смотреть, как будет спускаться. Сейчас на подъем лучше. Ромыч, давай! Поднажми! Никита. Тоже регит. О, вот тут видишь?
Чемпион мира, что ты? Ну да, вообще, что-то я предъявы кинул, вообще непонятно. Почему даже не встали, походу? Один раз я видел. Так, вот тут. Где леопардовый лосиной? Да я вот, он только один раз проехал, и все. Где-то он воткнулся в дерево все-таки. Переодевается в другие. Это может под цветом специально сделать, когда обхезается, чтобы мне было видно. Давай, Серёг, чуть не клуб. Девять бар, там вкусные сэндвичи, кофе. Все на ваш выбор. Ну, а Мишаня? Одинокий финиш. Так, ну что, Миша, пару слов. Как вам ехалось? Почему? То есть вы вчера перед гонкой не бухали, Миша? И без этого вы смогли выиграть? Что же творится в этом мире? Ну что ж, директор команды вами гордится? Евгений, можно вас на пару слов? Давай, давай, Саша. Но, 61-й, что происходит? Ну. Ты что, пить приехал или кататься? Вот кто вчера в клубе был, а вот и не отрывается. Почетное место! Ну, Лёни мало, он решил поехать еще пока. И тут финиширует Танюша. Танюш, ты финишируешь? А, еще один? Едь, покатайся. 6 кругов, Танюша. Следуйте за девочкой, не заблудитесь. Пошел. Он сделал это.